Заботиться о своем здоровье и здоровье своих сотрудников – принцип, от которого Андрей Кочетков, директор областного музея Алабино, не отказывается. Мобильная медицинская лаборатория подъехала к крыльцу музея, чтобы все желающие смогли пройти вакцинацию. Ну, возможно, давно уже появился. А сделал я сейчас. Просто времени не было. Конечно, удобно. У нас вот тут куча сотрудников изъявил желание прививаться, потому что никуда не надо ходить. На сегодняшний день треть сотрудников музея Алабино уже сделали прививку от коронавируса. Сегодня вакцинацию прошли 50 человек. В среднем же в день медики прививают около 100 пациентов. Процедура такая же, как и в поликлинике. Сначала заполняется анкета согласия, потом прием терапевта и, если нет противопоказаний, прививка. Мы делаем прививку от коронавируса, чтобы избавиться от этой болезни, наконец-то. Чтобы был у всех иммунитет. И мы призываем всех жителей Самарской области привиться, прийти на пункт и привиться. Мы уже везде стоим, уже мобильно ездим, по организациям прививаем, везде. Так что приходите, прививайтесь. Мы привились в первую очередь, как только поступила первая вакцина. В Самаре работает 53 прививочных кабинета на базе поликлиника. Также мобильные медицинские бригады выезжают на территории предприятий и установлены вблизи крупных торговых центров «Авроры», «Меги», «Амбара» и «Космопорта». Мария Левина, Максим Гусев. События.